Всем привет, с вами Crush Day Game. Всем привет. И сегодня мы будем играть в Roblox в режим миллионер. Да, это мини-игра миллионер. Это все здесь крутится вокруг денег. И смысл деньги, деньги, еще раз деньги. Оу, money. Да. Аринка, ну вкратце, давай пройдемся, расскажи, как играть. Вот вы появляетесь, и тут есть такие вот разные кнопочки. Вы должны на них ступать, да, заходить. Да. И они строят дополнительное оборудование. Да, чтобы получать деньги. А получать можно здесь. Да. Да, и тут есть уровни разные, можно улучшать оборудование, увеличится поток денег и быстрее будут появляться деньги. Да, вот я уже на втором этаже. Мы второй этаж отстроили, и вокруг себя заборы, но также могут попадаться другие игроки, они захотят забрать ваши деньги. И вы, как в жизни, должны быть готовы к бою. У вас должен быть пистолет и должен быть меч, то есть разные виды оружия, чтобы постоять за себя и за свои деньги. Смотрите, вот еще одна копилочка. Посмотри, это с первого этажа. Это с первого, да? Он дублируется, да? Как бы повторяет. Контейнер. А давай нажмем на эту кнопочку. Конвейер. Посмотрим, что это такое. О, видите конвейер? Это такая лента, которая дает производство, скорее всего, денег. И вот оборудование, вот оно печатает, скорее всего, да? О, что это? А, это за Roblox? Ничего себе. Это надо построить, это да? Это 20 тысяч. Что, 20 тысяч? Если мы 20 тысяч насобираем, мы расширим стены. Да. Чтоб меньше к нам каких-то непонятных людей заходило, правильно? Да. Игроков. И мы смогли уберечь свои деньги. Да. Итак, давай насобираем все-таки 20 тысяч. У нас 7 тысяч сейчас, да? Да? А давай вниз спустимся. Может, и внизу деньги нас ждут, а? Давай. Это или это... те же. Те же? А ну да. Подожди, здесь ты собрала, да? И сразу же, а ну поднимайся наверх. Там уже 1000 набралось, там где забрала. Да, я думаю, что там уже 10 тысяч. А ну давай посмотрим, правильно или нет. Так, у нас уже 12. Нет, ну смотри, ну быстро капает. 4000, да? Да, но это один и тот же. Ну смотри, нам осталось всего 3000, мы можем улучшить стену, да? Давай посмотрим. Опа, есть. Пау. Заходи, заходи, заходи. Давай, давай, давай. Все, улучшай стену. А теперь нажимай на кнопочку. Оу, смотрите, окна. Можно добавить окна. Тоже 20 тысяч. Ну, мы знаем, как выглядит окна. Давай все, что связано с деньгами. Еще чуть-чуть. Сколько там надо денежек? 17 тысяч. А вот есть уже. Мы увеличим денежный переработчик. Добавляем и смотрим. И еще больше поток денег. Короче, каждый этаж повторяется один в один. Но увеличится скорость потока денег. Да. Вот так это все работает. То есть больше этажей, больше оборудования, все нас... одно и то же, все как серится. У нас $50 осталось. $50 здесь, а мы поворачиваемся на 360 градусов. И сколько у нас здесь? И у нас уже в копилочке 19-20 тысяч. Видите, как денежки 10 идут? 10 тысяч, и мы сделаем... Да, дорожка, смотрите, 15 тысяч, заходим. Опа, дорожка, что это за дорожка? Блестящий мяч. О, смотри-ка, продюсер денег, он тоже увеличит нам поток денег. Вот, пожалуйста. Вообще-то я хотела купить для стен. Для стен? Что ты хочешь купить для стен? Улучшение стен, потому что было 20 000 и... Декорации кучу денег? Ой, а это что это такое? Блестящий мяч, давай блестящий мяч. Ты что хотел, улучшение? А ну, Аринка, давай, бери на себя управление. Так, берем так. Так, что у нас, блестящий мяч? Это меч, это меч. А вот меч, блестящий меч. Обязательно меч возьмем на всякий случай, потому что могут враги в любой момент... к нам прийти и нас захотят убить, да-да-да, уничтожить, чтобы забрать наши деньги. И вообще, когда у нас было 20 000, ты их на дорожку потратила, я хотела их на улучшение стен. Да, но на дорожку, не просто дорожка, это увеличивает поток денег, понимаешь, это как производство, ну, производят больше, то есть на ленту. А, ты на вот эту дорожку, которую мы сейчас ходим, да? Да.
А, точно. Ну что ж, ничего, когда больше, чем больше денег, тем быстрее можно все купить. И не приходится выбирать. Ты просто берешь и покупаешь то, что тебе надо. У нас уже 1,4. Короче, 1400, да, да, и тут на глазах уже 8-9, мне нравится эта игра. Но знаешь что, давай-ка выйдем сейчас за пределы, да, 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 за пределы нашего дома и посмотрим, что есть еще интересного. Мне кажется, что что-то мы найдем. О, что это за елочки? Подойдем к елочке, что это, что там можно делать? Давай, Ринг, посмотрим. Ты не скажешь, что тут можно делать? А почему мы все это цепимся деньгами? Мы как банкомат, да? Да. Ой, что это за подарки? Подарки от Санта Клауса, Деда Мороза. А ну, ой, подходи. Это муточка. Муточка. Утя. О, что это? А, денежный банкомат какой-то. Это лотерея, точно, смотрите, можно выиграть деньги, просто так можно деньги выиграть. А давай остановимся, посмотрим, на какое число нам выпадет. Сколько денег мы сейчас получим? И, о, мы не увидели. Алинка, давай все-таки остановимся. Посмотрим. Так, стой, смотрим. Давай, давай, 10 тысяч или хотя бы 5. А, $500, слабенько. А ну еще раз посмотрим, возможно ли выиграть большую сумму или на маленькой остановимся. А ну, стой, Алинка, на месте, стой. Смотрим. 1000. Сколько ты думаешь сейчас будет? $50, и мы на это время потратили. Мы на это потратили 10 секунд и $50. Рина, за 10 секунд нам уже 5000 накапывает в нашем доме, да? Да. Никакого смысла в этих подарках нет, их нет смысла собирать. Пошли в наш дом и будем еще строить этажи, увеличивать деньги, да, Рин? Да, идем. Пошли, смотри, вот, это наш дом, да, мы сейчас должны его укрепить. Так, у нас, видите, что это такое? Красное, лазерное, вот это, лазерные лучи. Это чтобы посторонний не входил, да? То есть только мы можем, мы так зашли легко, а другой игрок уже не зайдет. Ой, декорации кучу денег. Воу, 113 тысяч. А давай еще увеличим поток. Давай, еще поток. Мне нравится эта игра, я тащусь, я в нее играл каждый день. Смотри, это деньги валяются. Арина, давай дальше строить, я хочу еще этажи строить. Это какая-то лихорадка, Доминус Весп. А ну что это такое, 20 тысяч? Заходи, Арин. Вот там, что это, я только что видел, заходи. Вау, это просто стенды. А можешь зайти туда? Мы можем что-то использовать? Или это просто для красоты, типа аквариум? Да, это аквариум. А следующий этаж? Следующий этаж ты можешь? Нет, в смысле, мы использовали. Мы использовали? А что оно дает? Это просто такая, типа, головной убор. О, это головной убор, видите? Вы можете себе такие шлемы делать. Только и с этими шлемами грабить инкассаторов или банк, да? И вас никто не узнает. Прикольно. А ты можешь? Нельзя тебе волосы добавить? Ты такая лысенькая. Ну, если только сделать вот так сейчас. Сейчас покажу. Это у нас ничего не пропадет, это просто мы вернем свои волосы. Да? Вот так лучше. Вот теперь ему чувствуется дух миллионера. Ну что, продолжаем? Строим все дальше так же? Да. Следующий этаж, давай следующий этаж. Давай сначала возьмем мечи. Обязательно. Смотрите, внизу у нас 1, 2, 3. Нажимаете циферки, можно вот меч. Да? Один, второй и третий. Вот, смотрите, тут, как бы. Смотри, и ботинки, скоростные ботинки, и пистолет. А пистолет можешь стрелять, показать, как она? Окей. Раздатчик частиц. А давай зайдем на раздатчик частиц. Что это такое? Это уже готовая Ринка или нет? Я не знаю. А вон ящики какие-то. Ящики, смотри, что это такое? Что это за ящички? А? Обычные ящики. А, это просто? Может, там складироваться деньги будут? Я не знаю. Вау, смотри, ты как классно прокатилась, ты видела? Ха-ха, на ленте денег. У нас уже 60 тысяч добавилось. Давай, я видел. Вот, подожди, что там можно купить? Повернись, Аринка. Божественное оружие, да? Божественное оружие. А, не. А, это зарабаксы. А вот денежные. Знаешь, почему? А там денежная машина и переработка. Знаешь, почему у нас вот эти вот деньги идут? Ну.
Потому что тут раздатчик частиц, это и есть деньги. А, ну то есть вы должны нажимать эти кнопки и увеличивается поток денег, да, Рин? Просто... Все покупать, короче, должны, да, и все. А просто я нажала, все и просто теперь я с деньгами хожу, хотя они не добавляются. Да? Ну это, ну это как бы, как тебе сказать? Украшение. Украшение, это как такая мана. Да, так давай увеличивать. Следующий этап делаем, да? Да. Смотрите, так. Вот маски, мы все можем это делать. Ой, ой, продюсер денег. Уже. Да, не все. Маски купили за 50. Подожди, а что это продюсер денег? Что это такое? Это, а, это зарабаксы. Все, зарабаксы, способность, эффективность. Вот, смотрите, ну да, это здесь уже надо за это все платить реальный бабулес. Ха-ха! Так, ну что, посмотрим. Следующий этаж уже, смотри, вот, где лестница? Где лестница? Как мы можем лестницу построить? Она еще не появилась, потому что мы еще не все сделали. Да, так давай же все сделаем, Маринка, давай, давай дальше продолжаем. Мы, может быть, на первый этаж? У нас тут 42 тысячи. О, другой расклад. Ну давай дальше что? А, он постепенно делается? Да. А не, переработчик денег. Давай, давай, давай. Я видел, там только что появилось. Возвращайся назад, Аринка. Что? А, ты денежки собирать. Сколько надо? 40 тысяч, да? Продюсер денег 4. 40 тысяч, да. Так, Арин, тебе нравится эта игра? Ну да. Ну каждый хочет быть миллионером. Да, каждый человек на этой планете, потому что деньги решают все. Нет, нет, неправда. Деньги не все решают. Но деньги решают многое. Да. Самое главное, это семья. Деньги это хорошо. Деньги без на втором месте. Да, без денег никуда. Но когда ты сам с деньгами, они тебе не... И без семьи никуда. Да, да. То есть первое место у нас семья, а потом деньги. Да, Ринка? Да. Надо правильно расставлять приоритеты. Да, что главнее, и, короче. И мы сегодня с папой поедем и купим маленькую елочку. И может быть мы снимем видео на канал Крошик Дэй. У нас есть канал Крошик Дэй. Это развлекательный канал, где челленджи и распаковки. Аринка, продолжай. Кто не знал, тот подписывайся. Там будет много интересного. В описании мы напишем, укажем ссылочку на канал, да. Обязательно заходите, смотрите наши ролики, пишите комментарии. Да, и мы пишите, вам будем отвечать. Пишите, какой ролик вам хотелось бы, чтобы мы сделали, какая тема, то есть мы обязательно снимем, если больше всего будет комментариев. И этот лайков на каком-то комментарии. И такую тему мы будем снимать. Да. Также касается Крошик Дэй Гейма. И скорее всего именно вам повезет. В чем, Арина? То, что ваши идеи, типа, снимем вашу идею. А, да, все правильно. То есть, где больше будет лайков на каком-то из комментариев по какой-то теме, да. И мы будем снимать ролики на эту тему. Да, так, смотрим. Что там, а как еще этаж построить? Я вот тут уже какой-то вот ступор. Вот я не могу понять, что дальше нам делать. А ну что это такое? Удалить головной убор. Ой. Мы стали лысыми опять. Да. А как? Ну вот продюсер денег. А, подожди, продюсер денег. Так, смотрим. Понеслась. Штучки. О, рампа, это, короче, лестница, смотрите, точно рампа. Сейчас мы заходим, смотрите, 53 тысячи, вау, вот это рампа, вот этот крутяк. Давай идем на третий этаж. Да, вот так это работает. В общем, вы поняли, как играть в эту игру. Вот заходите, это весело, это вдохновляет. И немножечко можете помечтать, но ведь мечтать надо. Да. Жизнь будет веселее с мечтами. Да. Они не всегда сбываются, но стремиться обязательно надо и ставить перед собой цели. С вами был Крошик Дэй Гейм. Ставьте лайки и подпишитесь на канал. Пишите комментарии. Будем отвечать. Всем пока-пока. Паки. Я миллионер. Ждите наши новые видосы. Да. А мы пошли за своими лавандосами. Да.